Всем привет! Сегодня мы запустим Кагаму. Я специально вышел из аккаунта, как вы можете заметить, чтобы у меня было меню. Это все из-за того, что пофиксили систему аккаунтов. То есть раньше, если у вас там, например, был аккаунт на kagama.com, это официальный сайт Kagama, то у вас там все было охрененно. А вот сейчас, к сожалению, это уже пофиксили. И теперь, если у вас есть аккаунт на официальном сайте, то он будет и здесь. И это, по сути, будет другой плейс, потому что как бы вы зашли не от аккаунта гостя, как тут все делают. Из-за этого, кстати, есть онлайн этого режима. И да, тут нельзя писать чат, надо зарегаться или войти в аккаунт. Вот так. Сейчас попробуем катапультироваться к красным. Да, красные есть. Сейчас как раз чекнем их. Да блин, да где красные? Что там за стрельба происходит? О, вот где стрелка. Иду на помощь, блин. Говнюк убежал все-таки, засранец. Он еще и с мечом топил. Вот так. А, его там прибили свои. Ну, судя по килл статусу, кто его там убил. Если что, рядом с чатом отображается. Так, мне кажется, или там кто-то есть. Блин, да я промахнулся очередной раз. Хотя в этот сайт, на самом деле, если честно, я играю не первый раз в жизни. И на самом деле, я в Кагаму играю 5-6 лет. Что, как по мне, тоже неплохо. То есть я 70% олд, а 100% олд — это тот, кто играет в Кагаму с 2011 года. Ну, потому что... Ну, или 2008, да. Ну, когда это было создано. Так, нет! Блин, я шлепнулся. Давайте снова попробуем. Ага, продолжить и... Да блин, монеты не взял, но в принципе тоже и так тоже сойдет. Надо еще монеты взять. Я хочу стать богатым, чё ты здесь? Так. Чё ты тут стоишь? А, слава богу, живой. Я уже думал то, что с ним что-то стало. Да. И уже тут, несмотря на мирное поведение, уже происходит какая-то жопа. Где вообще половина игроков? Да черт возьми, куда вообще все пропали? Блин, а где все? Хоп, хоп. О, прыгаем. Облака, по сути, как бы тут. Но не знаю зачем. Я однажды, по-моему, если не ошибаюсь, в 2020 или 2021,
ну точно в 2021-2022, летел на джетпаке далеко-далеко вверх, вот туда прям. И я там нашел какую-то пасхалку, я хотел вообще выше всех полететь там. В общем, выше всех я полетел, и дальше потом после этой пасхалки какой-то, ну или это просто какая-то табличка. Ну, в общем, дальше, когда я непрерывно все еще летал, у меня ничего не появлялось, дальше у меня там... Ну, короче, дальше ничего, кроме этой пасхалки, не увидел, даже если продолжал летать. Небо как есть небо. Йоу. Опа. Пил. Да чё? Да где там ломайка произошёл? Эх, родной бабай. Чё-то вообще всё затихло. Так, один синий, один красный, один желтый. Давайте попробуем посетить желтых. А чё, идея хорошая. О, нет. Главное не зафейлить и не упасть в самый центр. Как мне повезло, я чуть в самый центр не упал. Я бы сейчас сдох от того, что с высоты падаю. Точнее, с высоты большой. О! Бежи! Иди сюда. Привет, попсик! О-хо-хо! Попсик! Лазница! Стреляет! С ума сходит! Стрелять пытается! На! Плашок! Эй, заткнись, мой кусок. Блин, я хорош. Убиваю с помощью стены тут людей. А людям плевать. Да, однажды, когда я играл в одиночку, не записывал. Я видел, как чел просто. Ну, просто вот чел какой-то. Он брал и... просто обстреливался. Он всегда ходил на зеленую базу и нас пытался уничтожить. В общем, висячим типом был. Давайте полетим. Исследовали обстановку, и я уже вижу нашу первую жертву. Нет! Главное, чтобы джетпак не коснулся воды, иначе жопа джетпаку. Эй, первый посетитель наш. Пиу! Ха-ха! А теперь валим, чтобы он нас не спалил. Черт возьми, хотя он нас и так спалит. Ух, я бы сейчас разбился, если бы. Мне уже тысячный раз за всю игру. Не сдохнуть причем. Я иногда могу сдохнуть от одной глупости. Ну-ка. Ну. Давай. Купил. Важно. Блин, все еще помню этот ролик. Важная информация. Нет, я сдохну. Блин, я коснулся зеленого говна. Теперь я сдох от поноса. Ну, ёкарный бабай. Ура. Так. Вот наш пушка. Блин, а где еще игроки? И не вообще ушел.
Куда желтый пропал? Давайте тогда красных навестим. Где красный? Красный, походу, там. Ну, хотя там и есть их, по сути, база. И никогда играл только за красных почти всегда. Ну, в те времена. Я просто Сейчас меня потревожили родаки за то, что они гуляют там будут. В общем, все. Короче, я раньше с красной базы вот так вот разгонялся, как-то умудрялся использовать вот этот мост. И с помощью всего того, что было под рукой, долетал до зеленых и просто тупо их разносил, пока сам не сдох. То есть пытался убить, пока сам не подохнет. Классно, с корялкой-то носиться. Да ты ё-мой. Ну... О, он уже джетпак схватить успел. Также я еще делаю вот такой способ. Как только у вас джетпак загорится красным светом, снимайте трусы и бегайте. В общем, на самом деле это делать не надо, если он загорится красным, лучше подождать, пока он потухнет. Только тогда можно летать. Ну, точнее, поморгает красным. Да блин, да дай ты мне монету забрать. Ну, давай, дай мне монету забрать. Давай. Фух. Я, блин, как будто Флэппи Бёрд играю. Да чё он такой опасный? Блин. Мне надо как-то... катапультироваться. Давайте попробуем дропнуться прямо в зеленый портал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Твою мать! С помощью ранца. Хоп. Вот примерно как-то так я долетал до зеленых, тревожил, пытался грохнуть, но для них я был тупо куском говна. И, блин, красных не оказалось, оказалось только... Блин, да теперь он перешел к синим. Да что с этим человеком-то не так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сила полета. О, синие. У них онлайн нарастает уже 2 человека. Рекорд. Раньше все убирали разные команды, и в каждой команде было по 10 человек. А сейчас все что-то на зеленых, да, на зеленых. Блин, да скоро лазер. Поджигающие спички мне, блин, придет из Вайлдберриса. Он тоже, блин, черт возьми, лучше лазера зеленого цвета. Хотя при чем тут лазер? Ни хрена это сказал. Давай! Убей! Убивать, убивать, убивать! Да блин! Дубина! Уйди! Уйди, сдохни! Что за нахуй характер? Давай! Подыхай! Подыхай, черт возьми! Дурак, подыхай! Ах ты говно, собачье! Не
сдох. Да куда они, блин, пропали? В табе еще больше, блин. Охренеть. Да та-та-та. Тьфу. Тьфу. Ой, все, я отдохну. Можно останавливать запись.